Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Vivo X60 Pro сделать очистку кэша. В первую очередь выключаем наш телефон. И затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения плюс кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. После этого попадаем в следующее меню. В данном меню, используя кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор, выбираем опцию Recovery Mode. И здесь выбираем сначала опцию Clear Data и затем Clear Cache. И подтверждаем, нажав ОК. И спустя пару секунд кэш будет очищен, и после этого мы можем спокойно выбирать опцию Restart, чтобы перезапустить наш телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!